А у нас очень много достижений, Сергей Андреевич. Очень много. Наши дети победители различных соревнований. Свои спортивные победы ученики Шенской школы ковали в спортзале, который не знал ремонта больше 20 лет. Помимо школьников, их около сотни, по вечерам сюда приходит заниматься сельская молодежь. Потолки с разводами, обшарпанные стены, неработающий санузел были уже привычной картиной. В этом году школа попала в проект «Единой России. Детский спорт». И пока дети на каникулах, преобразившемуся спортзалу не нарадуются педагоги. Новая штукатурка, новая покраска, новые санузлы, новые душевые. Пол, который покрашен, заменен линолеум, оконные блоки новые. Теперь наши дети с удовольствием будут там заниматься. По словам учителя физкультуры, больше всего ребята любят играть в волейбол и баскетбол, а потому еще один подарок – набор мячей – особенно порадует ребят. Детям расскажите, чтобы вот они тут потом как на каждом из этих мячей подписывали. Первое место там в районах соревнований, первое место в области. А ученики Ломовской школы, узнав, что их спортзал отремонтирован, поспешили лично оценить изменения. Ну, нравится вам? Да. Раздевалка маленькая была сейчас. Сейчас светло, красиво. В раздевалке, которые теперь примыкают к спортзалу, были преобразованы подсобные помещения. Пока она еще пустая, здесь будут стоять вешалки и скамейки. Это намного удобнее. Дети же раздевались в классе, на втором этаже приходилось бегать. Со второго этажа сюда в спортзал. Теперь зашли, переоделись, пожалуйста, занимайтесь. Снова переоделись, пошли на уроки. Рядом с залом оборудовали душевые, которых раньше в школе никогда не было. Посмотрите, душевая для девочек. Еще идут строительные работы. Гулеры с горячей водой, установленная горячая вода. И с другого входа душевая для мальчиков. Если год назад ребята радовались современной спортивной площадке, то теперь могут гордиться и новым спортзалом. Как и в Шейно, здесь помимо учеников по вечерам занимается молодежь. А значит, партийный проект «Единой России» не только способствует физическому развитию школьников, но и формированию здорового образа жизни у жителей всего поселения. Главное, а какой результат от вложения этих средств? Вот эти мальчишки, которые сегодня станут, пусть не олимпийскими чемпионами, но они станут здоровыми людьми. Они будут вести здоровый образ жизни. Развитие детского спорта в России – это очень важная, серьезная задача, обеспечивающая наш потенциал во всех отношениях. Проект «Единой России. Детский спорт» реализуется в регионе с 2014 года. За это время было отремонтировано 65 спортзалов. В этом году на эти цели выделили почти 26 миллионов рублей, 60% из которых – средства федерального бюджета и 40% из областного. На эти деньги к началу учебного года обновят еще 15 школьных спортзалов. Наталья Александрова, Эдуард Горелов, Виталий Петренко. Новости мира Белогорья.